Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Голосование в ТНТ Клаб закончилось, и уже в понедельник на телестройке появятся Оксана Ряска и Сергей Сичкарь. А вот кто из них останется на Доме 2, узнаем через несколько дней. В сети появились слухи, что Роман Гриценко нашел себе новую зазнобу. Парень задаривает букетами Ирину Пинчук. Девушка недавно рассталась со своим парнем-футболистом, и теперь ее сердце совершенно свободно. Никита Турчин и Катя Родина отправились в Волгоград на кастинг. Катя будет искать себе принца, а Никита – принцессу. Саша Чернова продолжает делиться своими успехами. Ей удалось сбросить уже 4 килограмма. В четверг девушка пойдет сдавать анализы и надеется, что у нее со здоровьем все в порядке. По словам Александры, сейчас все идет по плану, однако если анализы окажутся плохими, то придется отказаться от похудения, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем. Фанаты Дома 2 уверены, что Черно ищет способ отказаться от похудения, поэтому мечтает о плохих анализах. На днях в периметр телепроекта «Дом 2» вернулась Александра Шева. Девушка приехала с четким убеждением, что не простит Виктора Шароварова, который очередной раз ее предал. Вот только спустя некоторое время сердце Саши растаяло, и она снова помирилась с Витей. В эфире Виктор открыто признался, что любит Шеву. Девушка негодует, почему сама наступает на те же грабли, однако ничего не может с собой поделать. Фактически сразу после возвращения на поляну она простила своего блудного избранника. Стоит отметить, что многие зрители называют Виктора проектным. Все дело в том, что молодой человек действует по указке организаторов, выполняя все распоряжения. Шеве советуют бросить этого переростка и найти себе нормального мужчину, желательно за периметром. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Катя Зиновьева и Денис Давыдов теперь хорошие друзья, девушка больше не собирается лезть в его жизнь, а он в ее, разве только что помочь дружеским советам. Интересная новость сайта Шлок. Редакторы журнала «Дом 2» предложили своим читателям выбрать июльскую обложку. Кого бы вы на ней хотели видеть? Сашу Черно или Лену Хромину? Пишите комментарии. Оля Жарикова и Саша Габозов помирились после вчерашней ссоры из-за сына Саши. Оля сказала, что любит Габозова и не собирается ставить ему условий, но она переживает, что Саша говорит ей, что она на втором месте. Вика Борисевич предложила Оле представить, что у нее ребенок, а Габозов требует, чтобы для него на первом месте был он. Сегодня Оля решила заговорить с Сашей о свадьбе. Девушка хочет сейшельскую свадьбу и ждет золотое колечко. Габозов не против идеи, но спросил девушку, нужна ли ей свадьба просто ради свадьбы или это нечто большее для нее. Оля уверяет, что хочет быть Сашей и любит его. Карина Пронина возвращается на проект. Девушка заявила, что Алексей Кудряшов не дает ей покоя, постоянно написывает и названивает. Пронина уверена, что Леша не любит Настю, и у него до сих пор есть чувства к ней. Кроме того, как заявили ведущие, скоро Карина и Леша станут одной семьей. По словам Ольги Орловой, между мамой Карины Еленой и папой Леши Андреем есть романтические отношения. Бывшая участница Мария Кахно рассказала о том, что ее обокрали в отеле, в котором она отдыхала. Горничная вытащила из косметички Маши все наличные, а сотрудники отеля даже не предложили Кахно помощи. Даже телефон, чтобы позвонить в полицию, Мария также не получила. И уж, конечно, не рискнула идти до ближайшего отделения в ночи. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.